игровой монитор с разрешением 2К и частотой 144 Гц. Сегодня на распаковке игровой монитор LG UltraGear 27GN800B. Монитор поставляется вместе с кабелем питания, кабелем DisplayPort и всей необходимой документацией. Это 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1440 пикселей и IPS-матрицей, которая обеспечивает качественную цветопередачу. Частота обновления в 144 Гц и время отклика в 1 миллисекунду дают геймеру преимущество в сетевых шутерах, таких как CS:GO и Warzone. Подставка легко наклоняется, но по высоте ее отрегулировать нельзя. Управлять настройками монитора можно с помощью джойстика, расположенного на нижней грани устройства. Сзади у монитора находится крепление веса 100 на 100 мм, а также два порта HDMI, разъем DisplayPort, аудиоразъем и разъем для кабеля питания. Встроенной акустики у монитора нет. Немного об особенностях данной модели. Поддержка технологии HDR10 обеспечивает максимально реалистичное визуальное впечатление. Картинка будет именно такой, какой задумали ее разработчики игры. Также монитор поддерживает технологии NVIDIA и AMD FreeSync, благодаря чему минимизируются разрывы изображения. Стабилизатор черного позволяет видеть врагов даже в самых темных углах, а функция прицела выводит его на центр монитора, чтобы повысить точность стрельбы. Подытожим. LG UltraGear 27GN800B отлично сочетает высокую частоту обновления экрана и яркую IPS-матрицу с высоким разрешением. Этот монитор можно рекомендовать любителям как одиночных, так и мультиплеерных игр.